Привет, мы пришли на завтрак. Я взяла себе две сосиски, две колбаски, сыр, два огурчика, две помидоры и яйцо. И плюс еще тостер, там фрукт, банан, там персик и все. И чай ягодный. Ладно, все, поехали. Всем привет! И сегодня я в начале видео не сказала всем привет, и подпишись на канал и поставь лайк. Я сразу начала завтрака. Сейчас у нас 12:30, и мы уже сходили на пляж, там сходили по магазинам, походили по ларечкам, и сейчас будет обед, но я уже пообедала, и сейчас пойду в бассейн, потому что сейчас у нас нереальная жара в Золотых песках. Сейчас у нас чуть больше 30 градусов, и на пляже невозможно лежать, сразу же скажешь. И я вам хочу показать, что я вообще купила. Смотрите, я купила вот такие солнцезащитные очки. Я в Атлете, тут есть такой магазин Атлет. Вот такие вот очки. Я их купила вчера вечером, но вам просто не показала. Вот такие вот очки. Такие с белой каемочкой. Красивые солнцезащитные очки. И купила я их за 4,90 лева. Это вообще такие маленькие деньги. Sorry. И шли они там со скидкой. Наши деньги это рублей 200. Конечно, вы скажете, вот очки дешевые, да, они очень слишком со скидкой, потому что у нас таких не найдешь никогда в России за такие деньги. Вот я решила купить. Еще я купила себе вот такую футболку с фламинго. Сегодня это уже серая футболка. Написано не понимаю, что такая вот футболка. Там были еще розовые. Я решила взять себе серую. И стоила она тоже 4,90, 200 рублей для футболки. Это просто прекрасно. И синтетика, бамбук вроде вообще прекрасно, да? Так, и еще я сейчас покажу, что же я еще купила. Я, кстати, сижу на балконе. Я купила три вот таких в подарок мыла. Потому что Болгария славится своими розами. И я купила, ну, на сувениры вот три такие кусочка мыла, кстати, автобус приехал. Это по 0,50 я купила, это получается пол-лева, 7 копейки на сувениры, по 30 рублей. И кому-нибудь подарю. Если Катя сейчас не смотришь мое видео, я, наверное, уже когда приеду домой, я уже выложу. Так, и я купила вот такой набор за 3,5 лева. Тут у нас идет гель для душа, шампунь и такое же мыло, которое по 50. Все это я купила в одном том же магазине. И вот прикольный подарочек, упакованный уже. Забыла вам сказать, на балконе тут у нас бассейн, в котором я вчера купалась. Сейчас пойду, потому что сейчас реально жара, в бассейне так прохладненько. Мы пришли на ужин, я взяла себе 4 абрикоса, тост, наггетс, греческий салат и мясо с рисом. Всем приятного аппетита. Я уже перешла на другую камеру, потому что у меня разрядилась, можно пока по качеству. Смотрите, я хотела показать виды сувениров, можно из Болгарии привезти такие мини-шоколадки за 0,67, меньше 30 рублей, рублей 20, и вот такие из Болгарии, вот такой сувенир, все сувенир, шоколад, все это, конечно, не со сливочным маслом, все это заменяет, тут есть такие же киндеры, как у нас в России, всякие, это вот шоколады, например, вот такие у нас вроде бы он в районе 100 рублей стоит, а тут получается рублей 300, потому что все дорого. Вот
такие же Марс и все по 1,35. Тут все цены не в евро, хотя в Болгарии входит в Евросоюз, а все в лево, в местной валюте. Один лев это примерно 39-40 рублей, кто по какому курсу. Вода тут довольно дорогая, это получается рублей 50-44 рубля примерно. Вот такая бутылочка, это довольно-таки много по сравнению с Россией. Я вам уже показывала такие же коровы, такая же сеть Милка, только тут она не шевелит хвостом и не моргает, а там шевелила. Печенье, Орео, все это тут есть. Я не помню, если я... я не смела вообще. Я когда ездила в Финляндию, сейчас недавно, 2 недели назад, там в Кирпушнике были точно такие же. Это получается вот такие, как бургеры идут, мармеладные. Стоит 2,65, примерно рублей 100. Мороженое, все с растительными маслами. Это все мороженое. Тут такого больше ничего нет. Покажу, что и на улице еще. Мы вот зашли тут лично, тут какой-то бар, и к нему вот такой вот бассейн. И вода просто чистая, чистая просто. И там вот сидит чайка. Тут какой-то мостик. А вот там вот, как у нас в России, там тарзанки, батуты. А тут вот, тут еще стоит 6D. Я ходила тогда в прошлом видео. Ладно, все.